Обновление в Wildcraft уже скоро! Всем привет, друзья, с вами Амик, и наконец-таки появились новости по поводу нашей любимой игры Wildcraft. Конечно же, сразу же получает обновление Океан World. Появляется новое животное, это у нас скат. Отлично, честно говоря, я его ждал и ожидал, но вот он и появляется. А также новая игровая локация! Как мы видим на скриншоте, затонувший корабль довольно-таки выглядит прекрасно. Очень бы хотел, чтобы можно было бы там поплавать, но это мы, конечно, все увидим попозже. Также максимальный уровень персонажа поднимается до 120 уровня. Правда, я даже до 50 не докачался, потому что, ну, очень уж сложно. Но все-таки люди многие докачались до максимального, и теперь им еще можно 20 уровней прокачать. Я думаю, что будет новый босс еще на новой локации, и, конечно же, его будем мы с вами побеждать, получать больше награду, больше опыт, и, конечно же, легче будет прокачиваться. Ну вот, давайте дальше перейдем, и у нас в обычном мире Wildcraft'а появляется режим истории. Да, действительно, наш волчонок попрощался с мамой, но дальше-то мы ничего не знали, что произошло, куда все делось, куда все улетело. В общем, теперь волчонок будет дальше путешествовать по миру Wildcraft'а. Интересно, в каждой локации будет такой режим истории или нет? Но погрузиться, естественно, в обновление... Погрузиться в историю мы можем только, когда выйдет обновление. Пока что особо ничего не известно, только то, что волчонок испугался медведя, и он хочет от него убежать, чтобы спасти свою жизнь. Вот. Ну, это, как я понял, перевод из скриншота. Также можете его посмотреть. Ну, вот такие пока что новости. Друзья, обязательно подписывайтесь на Телеграм. Есть ссылочка в описании. Также у меня есть Трова. В скором времени, возможно, мы там будем проводить трансляции. Ну и, конечно же, на Ютубчик. Подписывайтесь на Ютубчик. Ставьте лайк, 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 если ждете обновления. Ну, а скоро мы уже в него поиграем. Все, всех жду на стримах. Пока-пока. Бум.